какое-то такое, я давно такого не писал. А какое сегодня? 15-е. Сегодня 15-е, а какое? 15-е, 15-е 02-го. 01-е. А, 01-е 2019-го. Красота. Красота. Да. Вот, а. Ты что тут? А, ты метишь тут, да? Угу. Утку мою. Да, тут воняет уже всем подряд. Сейчас этот паспорт ветеринарный, ага. Да? Ну ей же надо году еще делать прививки. А я сейчас смотрю, что есть, сделаем. Сначала мы ее немножко. И это, еще надо, ну, уже давать от глистов ей. Давно не давали? Ну, уже вот надо. А, ну да. Что вот, мумиё мне сказал доктор с Москвы давать. Ну, чтобы рахит вылечить, чтобы мумиё, потом кролика. Сказал вообще, что сейчас надо кормить в основном кроликом, даже не давать говядину. Красное мясо, не знаю, кролика, не портфолио, а что делать? Нет, у меня тогда, когда у нас сломалось, все, и я ее... Я ее... Почти. Коза! Ты коза! Это мои тапки. Я сказала, что это мои тапки. Кот в тапках. Месяц ее кормил. Все мое, это твое, дорогая. Месяц кролика давал. Понятно. Ну что, как я с тобой? Нет, дорогая, это берцы, я в них на рок-фесты хожу, милая. Нет, я в них на рок-фесты хожу и строго за львами, да. Так, теперь у меня вопрос, как мы его будем выносить? На руках. На руках?